Сладкий конец. Так, ну что, друзья, мы подходим. Сейчас мне будет делать тоника. Я надеюсь. Сейчас мы где-то увидим. Мы так. Сняли офигенный челлендж. Это было круто. Всех с днем ВМФ. Опять мотивация. Военно-морской флот. Что, не знаешь, что? Да. Или ты меня проверяешь так? Тебя проверяю. Вот я так и подумала. Где ты? А вон ты. Вот я ушки вижу уже. Да-да-да. Я уже вижу ушки. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Арсен. Мне всегда было интересно, как делается сладкая вата. Типа туда засыпается сахар. Ой, блин, еще не подпалить бы себя. Да. Горит мне огонь. Огонь. Плавится сахар. Огонь. Это по моей части. Да. Через отверстие очень тонко в размере. Очень тонкого? Да, листа формата А4 вылезает карамель. Под воздействием воздуха вверх летит вата вверх. И превращается в вату. Прикольно. А, типа карамель расщепляется, да? Да, превращается во время. О, вот оно как, вот оно как. Замечательно, я снимаю. Куда ты пошел? Ты собрал всех комаров. Не, прикольно. Ну вот, друзья, в принципе, это мой зритель. Мы встретились. По вашей черной. Я не спионил за ней. Да. Кстати, сегодня... Вот, этот человек вот находится напротив летней эстрады, которая находится сзади меня. Делает из ваты всякие прикольные штуки. Я чувствую, что-то сейчас по моей части будет. Нет, не надо по моей части. Ребята, вот такой классный парень делает офигенную вату. Что-то. Смотрите, офигенный слоник. За что ему есть? Давайте. Я уж подавилась. Ну давай, расскажи. Это все хорошо. Начинать надо с хобота. Да, как все. Он прилип ко мне. Ну что, сладкий конец. Он не упал, не дай бог. Давай, пропиарь, парни. Как хобот? Вторая фигурка. Снимай вторую фигурку. А, это шляпа, да? Да. Круто. Ладно, что угодно лепить можно. Блин, первый раз вижу, чтоб делали такое. Обычно вот... Бадли или парень? Вообще под Майкл Джексон танцует вату делает. Так что я еще... Я видела. Я бы похудеть нормально, включите. Ладно, сниму еще, это конец. Конец сниму, конец я уже съела у слоника, вернее, начало или что это у него было. Носа нету, давай нос новый. Вот. Друзья, так что если вы будете в Анапе, если будете, вы обязательно там будете, я верю в вас, да, поэтому подходите. Подходите вот именно к этому месту. Не обязательно к этому. Я везде бываю. А, везде бывает, ну ладно. Ну, в общем, подходите вот к этому замечательному человеку, видите, что он делает. А, вот. Не, еще нет. Я хочу. Вот, собственно. Все, я сейчас буду делать сладкую вату. Первый раз в жизни. Давайте, болейте за меня. Сейчас буду ее продавать за 1000 рублей. Так. Вату крутим быстро по часовой стрелке двумя руками. Вопрос есть, вопросов нет, поехали. Не стоять. Чего не так-то? Он еще не разогрелся до конца. Это тебе утешительный приз. Ты мне прям в рот еще засунь камеру. Запах карамели пошел. Можно? Раз, а два. А что, откуда начинка? Начинаешь отсюда, и так рономерно. И грузить тех пропа касательно закончится.
осталось ниже. Нежнее, нежнее. Нежнее я не могу. Ой, как она быстро это вот это наматывается, это кошмар. Ой, а так можно на руку намотать, да? Да, сейчас новый тренд у нас идет. Знаешь, на руку? Рукава-то такие вот, ребята, да. Да, ты наматывал на руку? Я себе нет, иди наматывай. Ее потом можешь сложно удалить. Можешь отходить назад, шоу делать. Можешь получиться. Отойди назад чуть-чуть. А подожди, подожди. Ой. Так палки держи. Вот так, да, во. Зашла, зашибись. Ладно, покупайте. Где-то у меня какая-то эта баба лохматая вышла. Заканчивай на этом. Я понял. А теперь тебе надо все съесть. Не хотите воды? Прям кусайте девушку, прям на ходу. Ой-ой, ой-ой-ой. Вот, отличный кадр как раз. Как раз одна привычка. Подожди, подожди, бесплатно вату не берут, ну что это? Что значит бесплатно? Вот видишь, сразу первое правило бизнеса. Да? Что значит бесплатно? Надо заинтересовать клиента. Красивая, видишь какая? Пушистая зато. Всего за 10 рублей. 10 тысяч евро. Вата почти даром, 100 рублей. Почти бесплатно. Слушай, я так отгоню всех покупателей твоих. Так, ну ладно, все что? Все что? 100 рублей не возьму. Ладно, ребят, придется опять самой есть вату. Сколько я должна? Нисколько, да? Ну ладно, спасибо. А сейчас Кира Найт нам покажет мастер-класс по разделыванию рыбы. Спасибо, уделили мне время. Вот смотрите. Дали минутку, да? Смотрите, какой улов. Как ты ее поймала? Купальник? На купальник. Речная рыба. А-а-а. Лещ. Так. Речная рыба. Хочешь леща? Нет, нет. Я тебе могу дать. Леща? Да. Не надо. Рыба гниет с головы. Все правильно, поэтому убираем. Вот, потом вот это ешь, самая вкусненькая, на, я тебе дам. Так, вот, да, снимай, ешь и пей. Потом открываешь вот это. Нет, как он называется? Главное не травануться потом. Сейчас будем делать кормушки. Ну все, короче, выключай, надо есть. Что за неуважение к подписчикам? Они тоже хотят, поделитесь им рыбкой. Да, ребят, ешь, вкусная. Барабулька? Бля, барабулька. Угу. И ты что все названия портят? Ну, а, ребят, мы пока будем готовиться к мастер-классу, сегодня будем челлендж снимать. Пока надо перекусить. До связи. Ребят, в общем, ну, все, что вы видели, там, это, пиво, там, рыба, это все ерунда, это, ну, так. Сейчас первый самое день. Интересное. Первый день просто. Отдыхаем. На море. Да. Время нет, все для вас, все для вас стараемся. Вот, поэтому, ребят, вы не думайте, это так, мы чисто 5 минут расслабились, и все, уже уходим домой, не пришло даже сколько и часа. Вот. Работа, работа, еще раз работа. Надо же когда-то отдыхать, правильно? О, а не, лесенки есть, а это здесь есть, а там не было. Я тебе говорю, мешки убрали, нет мешков. Нет, там все равно лучше. Что говорите? Куда иду? Вот не поверите. Шла на почту. Время 7.15. 7.15 утра. Почта работает с 8 часов. Ну, думаю, буду хотя бы, может, ну, не первая, ну, пятая там или десятая. Ну, и подошла, значит, я. А я, оказывается, и не пятая, и не десятая. 43-я. 43-е, время 7.15. 43-е.
И большинство стоит вот с такими большими коробками. Я не знаю, во сколько они, в 6 приходят первый человек или во сколько. Это какой-то ужас. Я не могу посылку уже 2 недели получить. 2 недели. Стояла, это было, наверное, часов до 3 дня, поэтому все нахер, это надо идти. Вот реально надо идти в 6 часов утра, чтобы быть первой за посылкой. Шел 2-й день, и я тоже шла. Куда думаете, я иду? Время 6:15. Да, я иду снова на почту. И если я сейчас туда подойду, и там будет стоять народ, я просто офигею. Просто офигею. Честное слово. Мне там сидеть 2 часа до открытия. Ну что я вам скажу, вот хожу уже, брожу туда-сюда. Представляете, я пришла, там уже передо мной 10 человек. Вот реально люди идут, наверное, с 5 утра, или ночуют они там, или что. 10 человек, представляете? 2 бабульки уже успели зачитать мне нотации, прокомментировать все мои татуировки. Это какой-то кошмар. Там уже просто заранее стоят все и начинают о чем-то спорить, ругаться. Знаете, как в поликлинику очередь за талончиками раньше была, может и сейчас, правда, где-то есть. Я ради этого прям проснулась в 5 часов утра. Я надеюсь. Ну что сказать, не получила я свою посылку. Мне уже надоело злиться, надоело ругаться. Я решила, что пойду через месяц туда, чтобы уже наверняка... Вот, сейчас решила немножечко позагорать перед съемкой ролика 18+, чуть-чуть подрумяниться и за делом. Кстати, вчера был очень тяжелый день, не знаю, увидите вы это видео уже или нет, не на моем канале, на канале Сергея Рылана «Территория соблазна». Мы снимали пикап. Челлендж типа пикап-пранки, ну, нужно было выполнять, доставать листочек и выполнять задание. Вот, ну, для меня было достаточно тяжело, мне пришлось подходить к негру, спрашивать такие пикантные, задавать, вернее, пикантные вопросы, но это все вы увидите на канале, еще раз повторюсь, Сергея Рылана «Территория соблазна», ссылочку я оставлю в описании. Ну все, ребятушки, а я дальше позагорать еще минут, наверное, 15 и пойду монтировать для вас ролики, потому что материала на самом деле очень-очень много. Все, спасибо, что вы посмотрели этот влог. Я надеюсь, вы поставите лайки, подпишитесь ко мне на канал, не забудете нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики от Киры Найт. Я вас всех люблю. Целую. Пока-пока.